Merge Games and Head Up Games, соединяя игры и голову вверх игры, а также игры пенсионеров Elder Games. Together with Comrade Atomney, совместно с товарищем Атомным, Presents, представляют. Земля 3023 год, Earth 3023. Эдди Тарсли разработал эту игру. Эдди Тарсли has developed this game. Звук Hexon Audio. Меридиан, взвод 22. Meridian, squad 22. I like the cutscenes in this series of the games. Мне вот нравятся визуальные вставки в этих играх. Мы готовы приземляться к планете Меридиум. Ожидайте там чего-то. Transmission sent. Отправлена трансмиссия. Командир, завершено анализ поверхности Меридиана. Встретимся где-то там. Graphics is better than in the previous game. Это вторая часть игры Меридиан, да, то есть мы видим, что графика явно стал красивее. Have you heard? Dr. Jeffrey Donovan's among the missing colonists. Really? Доктор Джеффри Донован среди пропавших колонистов. Я все, что знаю, что он был умен, очень умен и еще одинок. Ну, знаете, он еще и ученый до мозга костей, так что готов убить всех ради науки. Окей. Okay. So, as we know, from the previous part, I guess the dude that wanted to marry did not marry. Да, похоже, он так и не женился. Что вы нашли? Сенсоры обнаруживают энергоисточник, только один энергоисточник. Кто бы там ни был, они нас ждали. Так, мы нашли колонистов. Почему они с нами не связываются? And this is again RPG elements. Снова у нас элементы ролевой игры. We need actionable intel. Нам нужна разведка. And again the dialogues are not interesting. И снова в начале диалоги совершенно неинтересны. But the cutscenes much better. Ну вот сцены такие стали то еще интереснее, красивее и динамичнее. In first game the cutscenes was just beautiful. Here they are interesting to watch. В первой части на катсцены я смотрел, ну вот просто с удовольствием, потому что красиво, это эстетично было сделано. А здесь прямо еще и боевичок какой-то. Такой жесткий завезли. Множество противников на борту. Командир, помогите. No. Run away, dude. Убегай, чувачок. Run away. Уходи. No. They will kill him. Нет, они сейчас его прибьют. Oh, he survived, он выжил. He survived, он смог выжить. Who's there? Yes. Так, кто у нас там? Other dudes are under my command. Остальные чуваки под моей команде? No. Нет. Так, все к капсулам эвакуации. And again good landing. Снова у нас замечательная посадка. We never land normally. Мы вообще никогда не садимся нормально, да? Окей, heal, лечимся. И не калечимся. Heal without damaging. Chimera's hello, привет, Химеры. Нам нужен аванпост. Окей. So, let's start.
Drones. Так, тут у нас дроны все на Текимерс. Collecting. В общем, сейчас мы будем добывать снова кристальчики, ни разу не спертые из Старкрафта. Well, I don't see in the gameplay the graphics much better than in the previous game. А вот графика в сценах намного явно выросла лучше, а вот здесь не видно, чтобы она выросла, ну то есть в боевом режиме, чтобы она серьезно так выросла по сравнению с первой частью. Can we build something? Можем мы что-то построить? No. Нет. Okay, so what we need? А что нам нужно? Produce three drones. Произвести три дрона, регидрона. Зо 22 готов действовать. Нам нужно произвести какую-то броню. Construct the barracks, бараки произвести. Игдел, погнали сюда. Это power source, источник энергии. Oh, hello, enemies, приветик, враги. Repair, ремонт, экстримы, срочно сюда. What is your command? My command is to prevail. Команду побеждать. On it. All right. Moving. Continue and get the crystals, продолжаем кристаллы собирать. Train two troopers, два пехотинца нужно подготовить, да? What's on your mind? Survival. Выживание. Is there a situation? Trooper, reporting for duty. One more trooper, еще один пехотинец. We can check the log, можно почитать все, что здесь. And okay, there's encyclopedia also here. Тут encyclopedia. We have three heroes, три героя есть. Are they having some abilities? А есть у них какие-то способности? No, нет. You give us more enemies, больше врагов. Hey, you, dude, survive, выживай, выживай. Oh, no, that's not the proper dude. Это не тот чувак убежал. So, one have died, один умер. Это вроде сделано людьми, что здесь происходит. Сейчас я все просканирую, посмотрю, откуда атаки идут. Нам не хватает электроэнергии. Нужно поставить электричество, иначе не сможем делать другие здания. Let's build. Ну что, давайте ставить. Interesting, интересно. We ready to heal, готовы лечить. Chimera here. Давайте Химера сюда. By the way, I can use F1. Кстати, F1-то можно использовать. Точно, что я это не делал. Commander, I've detected a weak energy signature. Командир, обнаружил слабые энергосигналы рядом. Окей, okay, группа 2, группа 2. Let's check what that out. Давайте посмотрим, что у нас там. Yes, sir. Sure thing. Combat canister, боевая канистра, как это? Какую-то канистру мы нашли. Откроем исследование. Okay, so now we can build the chimeras. Теперь мы химеры можем производить. Нам нужен завод, чтобы производить химеры. Let's do it here. Давайте вот тут поставим. The buildings are not interesting. Здания не очень-то красиво выглядят. То есть я бы не сказал, что это те здания, которые хочется... Back, назад. Которые хочется как бы строить. То есть архитектурная красота недостаточно здесь, архитектурной красоты. So there is not enough architectural beauty in these buildings. Нам нужно уничтожить всех каких-то рядом поселений, прежде чем нас завалят. You know, it's cruel to kill the people in order to have more chimeras.
Вообще-то жестоко убивать больше людей, чтобы получать больше химер, да? Но but the game demands that. Но игра просто требует от меня подобных действий. Because I have too low chimeras. Потому что слишком мало химер. Yes, all right. Chimera, sure, sir. Consider it done. Yes, sir. So search for more. Давай ищи еще. If we found something interesting, если что-то найдем интересное. I'll do that. Yeah, we found. Да, вот нашли. Okay. Copy. More points. Еще очки есть. Let's move out. I'll do that. Copy that. Okay, just try to collect everything. Собери просто все. And survive. И выживи. You won't be right. Не сможете попадать. Group 2, группа 2. Repairs, ремонт пошел. Не group 2, новая группа 2. All the main heroes dying. Блин, основной герой умирает. Не-не-не-не-не-не-не. Okay, you know, I'm thinking I need to retreat with the heroes. Надо героям, думаю, отойти будет сейчас. Where is that soldier who ran away? А где тот солдат, который убегал? Let's go. What is it? Yes. And I guess this is also our main hero. Это тоже наш основной герой. New group 1, новая группа 1. Destination. Locked in. Closer, ближе подходим. Okay. Chimeras, destroy that. Давайте уничтожаем. I'm listening. Tell me where to go. Commander. Ready? Run away, да уходи ты. Group 2, группа 2. Here. Сюда ближе подходим. Chimera here. No? Так, отменить консол. Group 2 close. Группа 2 близко подойти. Okay, now we healed. Вот теперь полечились. No problem. Give me the sit rep. All right. Let's move out. Get here. Сюда пошли. Contact. Here we go. Group 1 defend, пусть группа 1 защищается. Okay. They are just destroyed, просто уничтожены. We need to find more resources. Нужно больше ресурсов найти. And we can upgrade more, можно что-то еще улучшить. But now we don't have resources on anything. Но пока у нас нету. Group 2, группа 2. No, нет. Chimera, now one chimera down. Одна химера уже убита. Concentrate fire, концентрируем огонь. Second chimera down, вторая химера тоже легла. Kill, убиваем. Instead of losing infantry, I'm losing chimeras. Вместо того, чтобы пехотинцев терять, я, блин, теряю химер, who are more effective, которые более эффективны. But they are bots, но они боты. More chimeras, больше химер. What's with the research? Что с ресурсом? Okay, I can have a spy, можно шпиона какого-то взять. I don't want the spy, не хочу шпиона. Skeleboard threat, надо уничтожить всех скелетонов. Group 2, группа 2 сюда. Yes, sir. Will do. Of course, sir. Enter combat. В бой пошел. What can I do for you? Group 1 also. Группа 1 тоже в бой. Chimera here. Right away. Will do. Ready. Bots are equal to the man. Боты вообще-то, блин, равноправны людям. Or maybe not, возможно нет. Sure. Where to? Is there a situation? Okay. Ok,
Окей, more enemies, больше врагов. Fire, атакуем. We're closing, группа 2, приближим. To help the fire, давайте помогаем. Oh, he died. Он умер. I did not want him to, я не хотел. Or have I? Или хотел. Copy that. Right there. Давайте сюда сражаемся. No problem. Let's do this. I'll do that. Sure. Take the research point. Давай заберем очки исследования. Oh, one more died. Еще один умер. That's too sad. Это очень грустно. Chimera's here. Chimera, быстро сюда. Yes, sir. More chimeras. Больше chimer. Squad 22, group up, давайте вместе собрались. So what I can research? А что теперь могу? Still nothing, ничего? I cannot research hawks, даже ястребов не могу. Cyclone, циклон не могу исследовать. Yes. I cannot research anything, вообще ничего исследовать не могу. Crusader, крестоносцы, только вот. Not enough food, еды недостаточно. Moving on, вперед пошли. Give me the sit rep. I'll do that. Good idea. Attack. You know the people who are like voiced the lines, they are the similar as in sure thing. They are billions. Вы знаете, вот голоса, которые здесь озвучивают, мне очень напоминают The Billions. Вот прямо как один в один. Вам так не кажется? But the RTS is ordinary. Ну, стратежка вроде все равно обычная такая, да? Я бы не сказал, что это что-то сверх необычное. Kill the freaking cyborgs. Давайте киборгов убиваем. Oh, so sad, так грустно. People have died, умерли люди. How that could be? Как это может быть? That's so sad, это так грустно. Actually, no, на самом деле вообще нет. Oh, I can do the cyclone, можно циклон так и выучить. I want the cyclone. Хочу циклона. Where to build? А где построить? Where to build a cyclone? Где циклона построить? Shipyard? Верфь? I cannot build a shipyard. Не могу верфь построить. So, I cannot construct what I've learned. Походу, я не могу просто строить то, что я... изучил. And I know what, don't know what unit is nice. Я даже не знаю, какой воин хорош. So again, bad game design. Снова плохой, именно геймдизайнерское решение плохое. Давайте убиваем. You are back, назад. Finishing off, приканчиваем. Killing, лечим. Okay, that's a victory, это уже победа, это точно. Freaking droids, долбанные дроиды. But interesting, what happened with his wife and that dude that wanted married? Но мне все не покидает вопрос, вот куда делся вот этот муженек и та блондиночка, за которым хотел жениться. Okay, what I can do, что я могу сделать?
Can I command? Могу ли я командовать? Why I cannot command the dudes? Почему я не могу командовать чуваками? Окей, вот, what's up here? Что у нас здесь? Talk to Jonas. Поговори с Jonas. Все хорошо? Далеко от этого. В общем, системы корабля вообще не работают. Пытаюсь перезагрузить сервер, возможно, решит хоть какие-то проблемы. С теми повреждениями, которые есть у корабля, это не решит никаких проблем. With the damage that the ship has, I doubt that it solves any problems at all. Talk to Dylan, с Диланом. Нам нужно достаточно осколочков, чтобы начать ремонт. В общем, сходите к мейнфрейму и посмотрите. Have you found more intel about the enemy? Больше разведданных о враге нашел? Any systems still operating on the ship? Какие системы работают на корабле? Okay, that's interesting. Вот это интересно. Ну, короче, аванпост, который мы уничтожили, он принадлежал колонистам, а потом что-то произошло. Now, again, the problems with the presentation. Снова проблемы презентации в этой игре. So, they did not work on the mistakes of the previous game. Они таки не сделали выводов из ошибок и сделали игру новую. Такую же фактически, как и предыдущая. Ну, то есть графика-то получше, там какой-то сюжет, чуть-чуть то получше, чуть-чуть то. Но в целом ошибки-то те же самые. The mistakes are the same. Okay, systems operation. Honestly, it's a mess. I prepared the full damage. Знаете, полная херня, блин. Я подготовил отчет, он у меня на терминале. Спасибо, Рейд. Okay, what's up here? А тут что у меня? Talk to Sandra. Поговорим с Сандрой. Is everything still on the track at home? Все ли нормально дома? Be careful with Jonas. He's all loyal to the council. Будь осторожен с Йонасом. Он верен к совету. Be careful with Jonas. He's loyal to the council. Way ahead of you. I already don't trust that guy. Да я уже ему не доверяю. It wouldn't surprise me if it's actually him blocking our communications. Я не удивлюсь, если он блокирует наши коммуникации. Oh, again treason here. И снова у нас здесь какое-то предательство. Interesting, interesting. But now it's fun. So I did not want the first dialogue that was not interesting. It would be nice to start with a battle mission and then this dialogue. То есть, вы знаете, вот диалоги перед той миссией, которые были, блин, они бессмысленны. Ну, как, они такие себе. Вот с атаки киборгов на корабль было бы интересно начать, да? А потом уже диалоги, потом уже что-то такое. Это было бы веселее. То есть, чуть-чуть лучше, но снова-таки чуть-чуть лучше. So that's a little bit better than previous game. A little bit. Is everything still on track at home? Все хорошо дома? Unfortunately, the council's lapdog was right. Communications are down, so I don't know. К сожалению, у нас нету связи, поэтому я не знаю, как у нас там дома. So, you know that the communication and everything crashed. Why are you asking how it's a good home? Почему он спрашивает, все ли хорошо дома, когда у них на самом деле все совсем не хорошо, все даже очень плохо? Next mission. I read the console. Прочитаем консоль. Mainframe на связи. Terminal malfunction. Okay. Toilet leaking. Oh, that's the most bad. We need to fix that ASAP. That's the most dangerous situation right there. В туалет, вы понимаете, туалет протекает. Это самая важная поломка на этом космическом корабле. Вот все бросаем, все, я теперь понял. Все бросаем, реакторы там всякие не имеют значения. Срочно устраняем течь в туалете, срочно, а то вонять будет. Вот мы не переживем, если будет вонять. Next mission, следующая миссия. Subversion. The name of this mission is the same as in the previous game. Кстати, в первой игре, по-моему, точно так же называлась миссия. Два заброшенных аванпоста. Все хорошо защищаются, нам нужно выбрать, какой у нас будет. Okay, we have a Crusader tank. Тут у нас танк крестоносец. There are some infantry, какая-то пехота. Defense and offense. Защитный и атакующий. Okay, let's select the defense. Давайте защитный берем. Так, нам нужно поторопиться к аванпосту, прежде чем киборги придут. Okay, you move in. Выдвигаемся сюда. Trippers move in. Давайте быстро сюда. What is it? Of course. You collect that. Ты собираешь. Хью, okay. Лечимся. Oh, I lost the infantry. Блин, пехотинца потерял. Okay, kill it. Давайте убиваем. Yes, sir. He's dead already.
Finish, заканчиваем. You collect, ты собираешь. What's up here? Что здесь? Can... Oh, that's water. Есть вода. So we have a water units. У нас что, есть морские войска? Ага, киборги захватили второй ванпост. Соберем осколочки, чтобы отремонтировать корабль. В общем, дальше, как мы продвигаемся, полностью от тебя зависит. Окей, go here, сюда пошел. Well, that would be no new group 3, это новая группа 3 будет. Get close, сюда приближаем. Hey, you collect the shardium. Давайте осколочки, погнали собирать. What I can research, я что могу исследовать? Mine production, производство шахта. There is, I don't want infiltrator, инфильтратора никакого не хочу. Plus armor to buildings, здание, броня. Infantry armor, броня, пехоте. I don't need that, мне это точно не надо. Mine production, давайте производство увеличим. Produce additional food, дополнительную еду. Окей, that's it. Ну что, пока хватит. Let's check what's down there. Давайте посмотрим, что у нас здесь внизу. We can build here another shardium mine. Тут еще одну шахту шардиума можно построить. So. But it costs 700, но 700 она стоит. And I have only 300, a maximum 500, a maximum 500. How to increase, а как это увеличить? Окей, storage, есть хранилище. Put here storage, давай здесь хранилище. Yes, sir. Right away. You've collected enough samples to research power upgrade. Какую-то энергию можно теперь исследовать. There is enemy ships, есть вражеские корабли. Really? Серьезно? Oh, no, 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 не-не-не-не. Окей, I cannot go there. Туда мне не пройти, это точно. Build few Chimeras, давайте пару Химер построим. Group 2 close, группа 2 ближе. Heal, лечимся. But I still lost the infantry, но все еще потерял пехоту. Oh no, твою мать. I lost a tank, я танк потерял. Вот что я нашел, проанализировав остатки того кибер. Please survive, пожалуйста, танк. I don't want to lose the tank. Я не хочу танк терять. I don't care about losing the infantry. Меня пехота не очень-то беспокоит, но, блин. Okay, now this, теперь вот это. Okay, I guess I need more power. По-моему, нужно больше электростанций, да? Attack, давай сюда. That's new group 1, новая группа 1. Sorry, dude, извини, чувак. But the camera is more effective. Ну, химеры более эффективны на ту популяцию, которая есть, да? Let it be the tank. Пусть танк у нас будет. More chimeras, еще пару химер. But I can research, что можно исследовать. Carry two additional shardium. Дополнительно два осколочка. Окей, okay, what's this? А это что? Increases power plant efficiency, plus one power plus один... No, more shardium, больше осколочков. That means more resources, это означает больше ресурсов. Hey, destroy the enemy, уничтожаем врага. Group 1, group 1, group 2. So we are on a defense. Мы on defense аванпост. Какое удивление, мы в обороне, в оборонительном аванпосту. Oh no, твою ж мать. No! Нет, my tank, мой танк. I lost the tank, я танк потерял. Now only Chimeras left. Только Химеры остались у меня. Все. That's all I can have. 542.
549. I need 700. 700 нужно. In order to create the second base, чтобы базу развернуть. Ready? Мы готовы? Yeah, we're ready. Мы готовы. Can you deploy? Можешь развернуть. Chimeras move down. Так, эти химеры пусть туда двигаются. Okay, I can construct more chimeras. Можно еще химер наделать. So let's do. Давай так и делать. Okay, now I can construct infantry. Ну, теперь пехоту могу произвести. Oh, that's a shipyard. Это верфь у нас. So that needs on the water. Это где-то на воде надо делать. Can we engage? Можно ли в бой войти? Kill the freaking tanks. Давайте танков уничтожать. Ползаем ближе. We lost a lot of chimeras. Блин, много химер мы потеряли. Take this resources. Ресурсы забираем. Take all you can. Берешь все, что можешь. So that's group one, это группа один. Destroy, уничтожаем. Ползаем ближе. This one retreat, это пусть отступит. Не группа one, новая группа один. Destroy the Crusader, крестоносца уничтожаем. Okay, that's group one. Так, группа один. Resigned, переназначена. Okay, we will destroy. Так, мы теперь можем пройти. Engage, входим в бой. Destroy the fucking barracks. По казарму врубаем. Окей, танк, танк вырубаем. Да, хорошо. Бейс, базу уничтожаем. It's better to destroy the power, лучше электроэнергию вырубить. Да, все, враг уничтожен. Окей, again. Снова у меня достаточно электроэнергии будет. Oh, they are really fast. Блин, они реально сильные. Ну, вылечили. But I managed to destroy the defense. Но смог пробить оборону. So we are in the main base, мы атакуем основную базу. This game is better than the previous one. Игра-то получше стала, чем предыдущая. Карьер сюда пусть идет. Build, строим. What we need? We need to mine chardium. Нам надо 2800 этого самого сделать. I get it, я понял. So you get here, давай сюда. We cannot win until we mine enough resources. Мы не победим, пока не достанем достаточно ресурсов. Let's
destroy the main base, основную базу сейчас уничтожим. This building still under construction, блин, здание все еще в производстве. Окей, давай сюда. More power, еще электроэнергии. Let it be here. Now the shipyard, теперь верь давай. I want the resources, я хочу ресурсы, that's why I'm doing the shipyard. Вот почему верь создаю. This is the only attach that I did not build here. Это единственная техника, которую я здесь не построил. I don't know why they are stopping mining resources. Я вообще не понимаю, почему они перестают добывать ресурсы. So that's my battleships, это мои боевые корабли. Так, я сюда в бой. Destroy the enemies, давайте врагов добивать. What the scavenger does. А что у нас сборщик делает? Does that give resources? Это нам ресурсы дает? Yeah, да. Окей, heal, лечим. Attack here. В атаку. Take all the resources, все ресурсы пусть соберет. Больше нет врагов. Мы можем все остальное просто легко забрать. Окей, okay, I need those resources, мне вот эти ресурсы. Intermission, у нас снова между миссией всякие эти самые задачи. What we can talk, что мы можем поговорить. In general, what I can say, this game is a little bit better than the previous one. То есть игрушка явно получше, чем первая. То есть видно, заметно улучшение. But not everything the best. Но не все лучше, но не все так хорошо. So this is okay, normal game. Снова у нас нормальная стратегия. But it will last among the many other games. Но она будет потеряна среди многих других игр. Like there is at least 20-30 strategies. Like only on Steam there is about 30 strategies a year coming up, and on other platforms, so that's like 50 strategies a year. No, they wouldn't. People would not see this game. Понимаете, каждый год выходит около 50 новых стратегий, то есть 30 на Steam и 20 еще там на Android маркете, на каком-то GOG, Epic Story, блин, даже там около 60 стратегий в год выходит. Вы понимаете, что это такое? Ну, то есть, ну, никто не обратит на нее внимания. Вот. Nobody would notice this game. Though it is normal, хотя она-то нормальная. So that's, write down what you thinking. Пишите, что вы думаете. I played this game if I had time. Если бы у меня было время, если бы не было такого большого выбора стратегии, я бы в нее играл бы. Ну, то есть она достаточно интересная, в нее прикольно играть. Проблема в том, что у меня нет времени на то, чтобы играть во все. I don't have time to play everything, so this is quite nice, RTS. It is pleasant to play. If I had time, if there were no other games that needed my attention and needed to be completed. Interesting to be completed. Yeah, I've played that, but that's the problem that I don't have time on all the RTS and games that there is upcoming. Нет просто времени играть во все, да. Иногда нужно и жить. Sometimes you need also live. So live long and prosper. Поэтому живем и процветаем и добра наживаем.